Так, ребятки, всем привет! У меня сегодня, как говорится, радостная новость. Пришли запчасти из Японии. В общем, вот цепь ГРМ. Вот такой вот артикул. Все оригинал, все ништяк. Так, вот цепь масляного насоса. Я ее тоже буду менять. Я вам, ребята, покажу, какой будет люфт. Провис, вернее, цепи на мотоцикле прям со старой цепью и с новой цепью. Я это все замерил вам. Говорится, и мы это увидим. Потом втулочка на корзину сцепления. У меня что-то она чуть-чуть люфтит. Ну так, совсем чуть-чуть. Я думаю, надо поменять, блин, чтобы не париться. Вот такой вот артикул, ребят. Она стоит 1200, что ли, что-то там. Тысяч с небольшим, что-то такое. И, ребята, вот резиночка. Вот, на аккумулятор. Это вот сюда вот. Видим вот это вот порванное, да? В хлам. Ну, просто как бы, ну, ребят, ну, не нравится мне вот это вот, понимаете, вот эта вот шляпа. Сейчас будем, ребятки, смотреть эту резиночку. Ой, ребят, смотрите, новая резиночка. Вообще по кайфу, да? Вообще прям четко, четко, четко. Четенько. Плюсовая клемма. Так, что у меня с этой? Моя вот оригинальная. Столько лет, за сколько лет там, ребят, смотрите, вот теперь будет вообще вот, будет четко. Цена вопроса, сколько там она стоит? 370, что ли? Ну, что-то такое, не помню, ребят. Вот, теперь ништяк. Теперь будет ништяк. Так, это есть. Потом что? Выглядит она вот так вот, ребята. Потом цепь масляного насоса. Я тоже поменяем. Вот она, цепочка, ребята, вот такая вот. Замерим длину старой и новой. Все это будет сделано, произведено замер. И, ребятки, вот то, что я, блин, ждал, это вот цепь ГРМ. Как бы самое основное вот. Вот она, цепь ГРМ. О, ребятки, сколько я ее ждал, вы бы знали, а? Здесь буковка ММ. Ништяк, ребята, цепочка, цепочка. Теперь она у меня. Самое главное, это теперь есть механический натяжитель ГРМ. Уже установлен на мотоцикл СОМ. Самое главное, им просто пользоваться правильно. И у вас все будет работать очень долго. Вы будете ездить очень долго и счастливо. Вот, ребят, вот это вот все. Я ждал больше месяца. Заказал я 2 апреля. Сегодня 10 мая. Вот это вот я ждал больше месяца. Но, ребятки, Impex Japan, конечно, сайт хороший там. Но самое главное, вот не попадите в такой момент, когда вы заказываете. Я попал в такой момент, то, что когда уже у них отгрузки уже закончились, и они мне только этот товар отправили, получается, 15 апреля. Как раз у них начались вот эти вот загрузочные дни, загрузки. Короче, я заказывал Морем Экспресс. Морем Экспресс и через ТК, через транспортную компанию СДЭК. В общем, за вот это вот все, сумма за доставку 1 рубасик. Вот, короче, ребят, как-то так. Ну что, ребят, теперь я буду все это ставить на Motius. И все, ребятки. Бак я уже закрепил. Бак уже теперь все держится. Все поклеил на свои заводские места. Даже кое-где добавил, ребята. Кое-где поддобавил. Теперь все. Фиксация надежная. Здесь новые резиночки. Здесь. Теперь бак откидывается. Смотрим. Так, что еще могу сказать? Вот, ребят, купил я фильтр, вот такой вот мановский, да? Вот такой вот фильтр за 550 что ли, рублей. Вот такой вот мановский хороший фильтр. Я вот думаю его поставить вот сюда, в разрез вот этой вот топливной магистрали. Но, ребятки, я уже прикидывал, и сюда, короче, ставил, и сюда, и сюда, и сюда, везде, короче,
когда опускаю бак, он у меня не опускается до конца, фильтр упирается. Либо его загонять туда вот куда-то, прям там место вроде как, ну, более-менее чуть есть, но, блин, вообще, то есть он там трепыхаться будет, он постоянно будет в нагреве. В принципе, вот, ребят, сеточка, вот, которая стоит на фильтре, вот это вот грубой очистки, конечно, это не тонкой очистки, а грубой, да? Но она, в принципе, вот такая вот. Но новая еще помельче. Почему-то мне попалась. Если на просвет. Конечно, на частицы такие. Мне кажется, ее не хватит, да, ребят? Как считаете? Вот этой вот сетки. Хватит, не хватит ее. И вот мне, ребят, интересно ваше мнение, как вы считаете, ставить фильтр выносной мановский или же просто оставить так, как есть, оставить вот одну сеточку вот эту вот в баке на насосе. Хватит ее или не хватит? Забьются ли форсунки или не забьются форсунки? Вот я вам показывал, она вот такая вот сетка. В принципе, форсуночки у меня были чистые, как бы, но все равно в рампе такая маленькая грязь была. Все-таки, наверное, придется ставить фильтр вот этот вот, мановский. И, в общем-то, ребят, придется, скорее всего. Как, ну, в общем-то, ребят, напишите в комменты, кто как считает, ставить вот этот вот фильтр в разрез топливной магистрали от бака к рампе или не ставить. В общем, сейчас, наверное, загружу это видео, ребята, и вы посмотрите. И напишите в комменты, пацаны.